единый облик всего города, веяние времени и требования областной власти. В Клину при загрузке активно подключается и мелкий бизнес. На улицах Дзержинского, Карла Маркса и Бородинском саду уже возвели современные павильоны. Настала очередь 6-го микрорайона. Концепцию обсудили бизнесмены на совещании с главой округа. Подробнее в нашем сюжете. Площадь на Маяковке для жителей 6-го магазинчики в шаговой доступности. Для муниципалитета головная боль. На одном пятачке больше 10 торговых ларьков. По сути, уличный базар, разношерстные обшарпанные павильончики, пестрые рекламные вывески, нависшие провода. И все это красуется вдоль федеральной трассы. Пришло время и здесь навести порядок. Все это не должно нависать, как вот, например, на данной фотографии, да, просто вот эти гирлянды. Вот это, конечно, это тоже показатель того, что вроде бы все и здорово, наверняка даже разрешение на рекламу определенно имеется, но внешний вид, наверное, оставляет желать лучшего. Я думаю, что у всех у нас есть возможность привести вот это все в надлежащее состояние. Ларьки из 90-х уходят в прошлое. Требование времени обязывает собственников переделать свои павильоны в соответствии с единым архитектурным обликом города. Фасады в классических пастельных тонах, входные группы с пандусом или механическим подъемником. Для безопасности – камера видеонаблюдения, для красоты и эстетики – благоустройство территории. Есть четкие утвержденные нормативы, каким цветовым фактором, какой модели может быть павильон, как отделаны фасады. Все это есть документально запротоколировано, принято единый образ всех, соответственно, павильонов, от маленьких до больших. Это облик, который спускают на всю Московскую область. Только такие павильоны во всех городах Московской области. И положительный пример уже есть. Этот торговый павильон оформлен в соответствии с требованиями. Другие бизнесмены тоже согласны на перезагрузку. Понимают, что покупатели активнее будут заглядывать в современные магазинчики. Я согласен, что там порядок нужно наводить. Здания ветшают, подъездные пути тоже изнашиваются. Все изнашивается, все нужно ремонтировать. Если будет нормальный внешний вид, хорошие подъездные пути, организованные паркинги и все остальное, соответственно, люди пойдут. Кстати, организация движения – еще одна проблема торговой площади на 6-м. Сквозной проезд не дает пешеходам свободно передвигаться от магазина к магазину. Из-за беспорядочного движения машин сплошные неудобства. Они машины ставят там, где сухо, а мы должны по лужам идти. Ставят и здесь у магазина, и там ставят у магазина. А бывает, разольется вода, так вообще не знаешь, куда идти. Эту проблему берет на себя муниципалитет. Пока предприниматели будут работать над новым образом своих павильонов, дорожный отдел администрации продумает новую организацию движения и определит место для парковки. Евгения Цветкова, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.